Потому что действительно, сейчас такая ситуация, что я не буду сейчас вдаваться, да, вдаваться в эти подробности. Наташа, мы с Наташей это знаем, на этом сидим, мы сейчас снимаемся с ней бесплатно в картине у Дружинины, в большой картине костюмной, исторической, она Елизавету играет, я Меньшикова князя и так далее. Снимаемся просто бесплатно, что денег нет. Мы были Таллин, Рига, Киев. А у них там Карбованти. Где вообще денег? Карбованти, мы там ходим со своими 10 долларами, ну просто как номерные казны. Что? Вот этот спектакль поедет. Они берут 2-3 спектакля. И на 10 дней. Почему ужасно? Нет, ужасно для театра, наверное. Нет. Нет. Выгодно. Остальные ничего не делают. Они отдыхают. Это ужасно для тех, кто работает, потому что нам в лучшем случае там материал.